Свинья. Крупное парнокопытное млекопитающее животное рода кабанов, одомашненное человеком около 7 тысяч лет назад. Свиньи выращиваются в основном ради мяса и сала. Также декоративные карликовые породы свиней – популярные животные для содержания дома. Свиньи – животные сообразительные. Вот, например, эта свинья догадалась, как работает замок на калитке. Она подняла засов вверх, открыла свой загон и сбежала. А этот поросенок убегает от человека, перепрыгивая высокие перегородки. Наверное, у него есть причины это делать. Когда свиней перевозят куда-то на грузовике, ничего хорошего им это не предвещает. И этот поросенок решил действовать. Он выбрался из кузова, немного постоял наверху и прыгнул вниз прямо на ходу. Побег удался. Тут такая же ситуация. И тоже один поросенок не захотел с этим мириться и решил выбраться на свободу. Выпрыгнуть из кузова пикапа не так трудно. Однако водитель сразу заметил побег, и беглец был возвращен обратно. Свиней надо привязывать в машине, уж слишком часто они сбегают во время перевозки. Домашние свиньи в целом довольно спокойные и миролюбивые животные, которые позволяют людям даже оседлать себя. Многие этим пользуются и ради развлечения забираются поросятам на спину, чтобы прокатиться на них верхом. Поросята хорошо ладят с другими животными. Например, эти свинья и лошадь – настоящие друзья. А этот маленький хрюшка играет с молодым питбулем. Посмотрите, как поросенок треплет пса. А питбуль все терпит и продолжает игру. Похоже, такие игры у маленьких поросят – частое явление. Хорошо, что собаки не отвечают на такое поведение агрессией. Однако взрослые свиньи могут быть агрессивными к своим соседям по ферме. Здесь можно видеть противостояние быка и взрослого поросенка, и бык явно уступает ему в храбрости. А этот поросенок что-то не поделил с собакой. Пес не смог справиться с пятачком и оказался в канаве. Между собой эти животные тоже часто выясняют отношения. Тихо!
Бывает, даже домашние декоративные свинки впадают в ярость и нападают на своих хозяев. Этот человек хотел поймать маленького поросенка. Но он не учел одного, поблизости была мать этой хрюшки. И она сразу же отгоняет обидчика от своего детеныша. Редкие кадры, на которых запечатлен бой домашней свиньи и дикого кабана. Удивительно, но кабан тут проиграл. А тут камера наблюдения засняла, как в загон для свиней пришел медведь. Хищник, наверное, думал, что эти домашние животные – легкая добыча. Но как только Мишка оказался в загоне, свиньи дали ему мощный отпор, после которого он сразу же убежал. Поваляться в грязи – это для хрюшек настоящее блаженство. Один из этих поросят так радовался, что с разбегу ударился о стену, да так сильно, что потерял сознание. Но ничего страшного не произошло, через несколько секунд он опять бегал, как ни в чем не бывало. Некоторые люди так сильно любят своих пятачков, что строят для них настоящие аквапарки. Что интересно, поросята с удовольствием этим пользуются, катаются с горок и прыгают в бассейн. На этом все. Вот такие интересные эти домашние хрюшки. Они бывают как милыми и ласковыми, так и агрессивными, особенно если говорить о матери, защищающей своих малышей. А вы бы хотели завести себе поросят? Не тех, которых держат в сараях и загонах, а декоративных, которых заводят вместо домашних собачек и кошек. Друзья, не забывайте подписываться на канал, впереди еще много интересного. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч!